Простите, но свободных мест пока нет. У нас полная посадка. Здравствуйте, я Алла, владельца кафе. У вас что-то случилось? Мы специально этот стол бережем для близких друзей нашего кафе. А, будем дружить? Да, будем дружить. Попытаясь, войду в твою любовь. Тебе срочно нужно обратить внимание на того мужчину с дочкой. Константин Голубев, мастер по дереву. А вы приходите завтра с утра, и мы с вами все обсудим. Приду. Не приходит грусть и лепестками слез. Ты уйдешь с ее со мной, но разойдемся вновь. А ты прости мои глаза. Да. Боюсь остаться с тобой. А ты пойми. Только-только и сойдутся наши тенью вместо нас и не нас. Повернутся на мгновенье к нам с тобой светом из окна. У нас с тобой все так быстро случилось, стремительно, как ураган. Все время думаю о тебе. Слышу твой голос, чувствую запах, вкус. Мне невыносимо без тебя. Мне кажется, нам надо притормозить. Со мной так нельзя! Я как поезд, который на полном ходу. Меня нельзя остановить, можно только как поезд. Прости. Но я не верю другой. Только я не верю. Иначе твоя дочь узнает, что она приемная. Знаете, что я мама. Я не верю другой. Только-только я не верю другой. Только-только я не верю другой. Только-только. А без тебя земля цветет лепестками слез. Дело в том, Алла Сергеевна, что вы беременны. Срок пока очень маленький, но это является противопоказанием для проведения операции. Нужен другой донор. Боюсь,